Возможность участия во всероссийской переписи населения онлайн в России продлили на неделю. Напомним, что всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Раньше принять в ней участие в онлайн-формате можно было до 8 ноября текущего года. Кроме того, желающие могут дождаться переписчика или самостоятельно обратиться в МФЦ. Теперь ответить на вопросы переписи на госуслугах также можно до 14 ноября. В целом, по Кашхабскому району успели переписать уже более 28 тысяч человек. Это примерно 96% населения района. Анастасия Степченко, жительница майского сельского поселения, работает в роли переписчика первый год. Со своей задачей, а именно переписать более 500 жителей родного поселка, справляется на отлично. В роли переписчика я первый раз. Работа интересная. Работа с людьми, узнаешь больше населения, узнаешь больше, откуда люди прибыли, их историю, их миграцию по стране. В общем, около 500 человек переписали уже на сегодняшний день. Осталось там незначительное количество. Идем уже к финишу. Перепись населения – это значимое социальное событие в жизни нашей страны, которое дает реальную картину жизни людей, научную базу для социально-экономической, национальной, образовательной, миграционной политики. Она покажет современную демографическую ситуацию и подскажет пути для преодоления существующих проблем.